появлением ребенка Антон и Алена Кудлай приняли решение о расширении жилплощади. И вот уже месяц молодая семья живет в новой просторной двухкомнатной квартире с панорамным видом на реку на 13 этаже жилого комплекса «Ривер Хаус». У нас скопилась небольшая сумма, и мы решили, что надо ее вложить в недвижимость. И рассмотрели город Щелково. Сами мы из Москвы, но, тем не менее, город Щелково нам понравился как локация, потому что у нас тут много разных вокруг других интересных мест, где мы часто бываем. И таким образом мы рассмотрели несколько ЖК, и больше всего понравился «Ривер Хаус». Для покупки жилья супруги воспользовались семейной ипотекой, которая предоставляет выгодные условия для семей с детьми. Подобрать наиболее подходящие условия для приобретения жилья просто, благодаря сотрудничеству ЖК с ведущими банками-партнерами. Высокие потолки, много света, просторная лоджия. Супруги довольны своим выбором. Во-первых, это габариты, большая площадь, потолки. То, что есть лаунж-зона на крыше. Когда мы переехали из прошлой квартиры, там у нас был вид окна в окна. Здесь такого нет. То есть выходишь там на балкон, в окно смотришь, перед тобой ничего не построено и вряд ли что-то построят, потому что Клязьма. Парковочных мест здесь больше, чем квартир. То есть можно даже условно одну квартиру купить два парковочных места. Это нормально. У нас одно, но нам пока хватает. «Ривер Хаус» – это новый жилой комплекс бизнес-класса, который предлагает сочетание комфорта, стиля и безопасности. На территории ЖК есть детские и спортивные площадки, зона отдыха, подземный паркинг, кафе, магазины, детский клуб. «Ривер Хаус» оснащен системой видеонаблюдения и контроля доступа. Вы и ваши близкие всегда будете под надежной защитой. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.